Мы разбираем этюд Александра Гедики «Ровность и беглость». Обратим внимание, что указано возле скрипичного ключа, ну, возле басового то же самое. Две четверти и ни одного диеза, ни одного бемоля. Эта тональность может быть как до-мажор, так и ля-минор. Ответ мы находим в конце. Последняя нотка – нота до. Значит, эта тональность – до-мажор. В ней нет ни одного диеза, ни бемоля. Но в нашем этюде они нам будут встречаться, они называются случайные знаки. Сначала начитываем ритмический рисунок. Тири-тири-тири-ти. 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 Ти-ти-та. Угу. Здесь мы можем поставить карандашом. Берем карандашики и ставим галочку. Окончание первой фразы. Тири-тири-тири-ти. Тири-тири-тири-ти. Тири-тири-тири-тири-ти-ти-та. Еще окончание. Закончилась уже вторая фраза. Тири-тири-тири-ти. Тири-тири-тири-ти. Тири-тири-тири-ти-ти-ти-та. Третья фраза закончилась. Тири, 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 ти, тири, 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 ти, тири, 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 ти, ти, та. Четвертая фраза закончилась. Первая нотка этюда, нота ми второй октавы. Играется четвертым пальчиком правой рукой. После этого нотки идут вниз. А после четвертого пальчика, это значит, что пальчики все будут подряд. Если ноты подряд, то и пальчики подряд. Ми, ре, до, си. До, ре, ми. Ми, ре, до, си. До, ре, ми. Итак, начинаем четвертым пальчиком. Ми, ре, до, си, до, ре, ми. Повторили несколько раз, чтобы запомнить. Ми, ре, до, си, до, ре, ми. То же самое можно повторить и левой рукой, потому что левая ручка играет те же самые нотки, но на октаву ниже. Так записываются ноты первой октавы в басовом ключе. Первым пальчиком находим нотку ми первой октавы. От первого пальчика вниз подряд. Ми, ре, до, си, до, ре, ми. Угу. Повторили несколько раз отдельными ручками. Так, следующий такт. Ми было между четвертой и пятой линейкой. Четвертая линейка, нота. Она здесь у нас уже была, вот она. Нотка ре. Ре, до, си, ля. Вниз, да, подряд. На линейке, между линейки. Ре, до, си, ля, си, до, ре. Сыграем. Угу. Мы играли от ми, теперь от ре. Такое повторение мелодии, полное повторение, но от другой нотки, называется секвенцией. Третий такт. Это уже нотка, тоже смотрит в окошечко, но между третьей и четвертой линейкой. Это нотка, внимание, до. До, си, ля, соль вниз, ля, си, до.
А теперь проиграем всю дорожку. Сначала от ми. Все время начинает четвертый пальчик. Ми. Ми, ре, до, си, до, ре, ми. Ре, до, си, ля, си, до, ре. До, си, ля, соль, ля, си, до. То же самое можем сыграть и левой ручкой, только каждый раз будет начинать. Какой же там написано? Первый пальчик. Ми, ре, до, си, до, ре, ми. Ре, до, си, ля, си, до, ре. До, си, ля, соль, ля, си, до. А теперь, внимание, мы посмотрим на движение нашей руки. Мы кисть держим немножечко приподнятой. И когда опускаем на первый звук, ми, ре, а уже кисть опускается тоже. До, си, до, ре, ми. Снять на последний звук и поднять кисть. Так, как будто мы ее подняли за ниточку. Ми, ре, до, си, до, ре, ми. Ре, до, си, ля. Вверх. Сели, походили и взлетели. Это четвертый такт. Какие-то же нотки на третьей и на второй линейке в скрипичном ключе. Си, соль, соль. Си и соль связаны между собой такой улыбкой. Это лига. Она связывает нотки. Си, соль, соль. Сели, встали и на соль снова присели. Теперь все вместе. Ми, ре, до, си, до, ре, ми. Ре, до, си, ля, си, до, ре. До, си, ля, соль, ля, си, до. Си, соль, соль. То же самое играем левой рукой. Теперь разбираем вторую фразу. Она здесь у нас вся уместилась на второй строчке. Сравниваем первый такт. Здесь то же самое. Итак, первый такт такой же, как и в первой фразе. Ми, ре, до, си, до, ре, ми. Мелодия движется вниз, потом на горку. А здесь во втором такте изменения. Мелодия сначала поднимается в горку, а потом спускается вниз. Здесь нотка такая же, нотка ре. Ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре. Нам встретился значок. Это диез. Он повышает нотку на полтона. Эта нота сохраняет диез. Пока мы в условиях одного такта, у нас фа диез остается. Значит, по дороге назад мы снова берем фа диез. Будет звучать так. Ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре. Третий такт второй фразы. Это уже не ре, это нотка выше. Ми. Подряд нотки какие? Ми, фа, соль, ля. И вниз. Соль, фа, ми, ре. Здесь мы берем карандашики. И во второй строчке, в третьем такте, в начале, вместо первого пальчика, подписываем циферку 2. Это у нас играет второй пальчик. Получится так. Ми вторым пальчиком. Ми, фа, соль, ля. Соль, фа, ми, ре. Это такт изменяется. Здесь была восьмушка, а здесь три нотки. Видите, здесь у нас четыре нотки. Все четыре шестнадцатых. Ми, фа, соль, ля, соль, фа, ми, ре. Ми, фа, соль, ля, соль, фа, ми, ре. И последние нотки. Была ли эта нотка здесь? Внимательно. Итак, ми, фа, соль, ля, соль. Это нотка соль. Вот она. Соль, соль, соль. Угу. Соль, соль, соль. Угу. Теперь все вместе. Вторая
строчка, вторая фраза. Сняли ручку, сняли, мы снимаем, кисть идет вверх немного. Теперь смотрим третью фразу, третью строчку. Что это за нотка в начале? Это нота ля. Ля. И от нее идет мелодия подряд вниз. Ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля. Ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля. Второй такт. Ноточка соль. От нее нотки все вниз. Снова секвенция. Повторение, мелодия. Но только от другой нотки. Соль, фа, ми, ре, ми, фа, соль. Дальше. Фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, ми, до. До. Угу. Как и здесь, мы в конце этой лиги ручку немножко поднимаем. Сели, а на вторую нотку поднять ручку. Сесть на эту нотку, встать на этой. Теперь играем всю третью фразу. Ля, соль, фа, ми, последняя фраза начинается от нотки ля, точно так же, как и третья ля. Соль. От нее мы поднимаемся на горку. Так же, как мы поднимались во второй фразе. Соль. Ля, си, до, си, ля, соль. Здесь мы берем карандашики. И подписываем вместо первого пальчика, пишем второй пальчик. Мы здесь закончили на первом пальчике, на соль. На ля у нас второй смотрит, второй пальчик. Ля, си, до, ре, до, си, ля, соль. Как удобно. Нотка до у нас пятым пальчиком. До, до, до. Здесь у нас нет лиги. Здесь у нас мы играем отдельно. Сели. То же самое мы играем, учим по фразам. Левой рукой те же самые нотки, но на октаву ниже. И другими пальчиками смотрим, с какого пальчика начинается такт.